Ежедневно сотрудники МБУ «Зеленый город» города Каспийска сталкиваются со строительным мусором, который недобросовестные граждане выбрасывают в баки, предназначенные для бытовых отходов. 2 февраля по этому случаю участковый на жителя Каспийска составил протокол о нарушении. Это тоже также наказывается законом, статья 8.2, за выброс строительных отходов на территории города. Там протокол выписывается, 2500 рублей на физлицо. Если мусор был выброшен с газели, допустим, или с крупной машины, с КамАЗа, там штраф уже от 30 до 50 тысяч. По словам представителей учреждения, подобные действия недобросовестных горожан затрудняют вывоз и загрузку ТКО, а также выводят из строя спецтехнику. Возле каждой мусорной площадки бывает по 2-3 мешка с кирпичами, со шпаклевкой в мешках. Вытаскивают люди, ставят, мусоровоз приезжает, он не может этот мусор поднять никак. Бывали случаи, что в баки забивают строительные отходы, сверху лежит бытовой мусор, обычные пакеты и так далее. Замаскировали. Да, и мы, соответственно, начинаем поднимать этот бак. Этот бак очень тяжелый, не рассчитан, мусорная машина не рассчитана для поднятия такого бака. У нас выходит из строя техника. Напомню, что строительный мусор следует вывозить на специальных машинах. Если у вас возникла такая необходимость, можно обратиться в МБУ «Зеленый город» для решения этого вопроса.